рынках продолжается спартакиада среди работников предприятий. И на этот раз спортсмены собрались, чтобы выбрать лучших волейболистов. На площадке встретились 4 команды. Это работники НПО «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, Академии гражданской защиты МЧС и специалисты управления спорта. В командах особенно различные уровни, потому что здесь играют именно трудящиеся. Кто-то, конечно, из трудящихся где-то раньше занимался в спортшколе. Кто-то сейчас где-то играет на любительском уровне. А есть даже и профессионалы. Для большинства участников спартакиада – большое событие, к которому спортсмены готовятся на протяжении года. И, как правило, команды показывают не только хорошую физическую форму и сильный командный дух, но и отличные результаты. Готовим к соревнованиям в течение сезона, регулярно тренируемся, поддерживаем спортивную форму, чтобы выступить удачно в соревнованиях. Соперники все достойны высокого уровня. Спартакиада среди работников предприятий в Химках проходит уже 15-й год. Напомним, что соревнования проходят по 14 видам спорта. Футбол, настольный теннис, дартс, плавание, лыжные гонки, они уже тоже прошли и так далее. И итоги спартакиады будут подведены на следующей неделе на празднике труда. В начале мая мы узнаем имена сильнейших спортсменов. На торжественном мероприятии наградят 3 лучшие команды, а также выделят лидеров личного первенства. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.